Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала. Сегодня я хочу с вами поделиться совершенно простыми словами, которые нужно говорить перед сном, для того, чтобы улучшить свое благосостояние и улучшить свою жизнь. Данная практика позволяет сделать так, чтобы направить в вашу жизнь определенные потоки энергии, которые будут давать вам возможности менять ситуацию на то, чтобы в вашей жизни все только получалось. Данную практику можно проводить при любой луне. Самое главное, эти слова нужно проговаривать перед сном, ведь перед сном это самое волшебное время, когда исполняются самые заветные мечты. Итак, что вам нужно будет сделать? Все очень просто. Когда вы уже легли в свою кровать, вам нужно просто сказать такие слова. Вечером сказано, да ночью исполнено. Моя жизнь деньгами и счастьем наполнена. Да будет так. Вот совершенно простые слова. Их нужно сказать один раз. Этого будет достаточно. И все. Если вы возьмете в привычку и хотя бы 3 дня подряд будете говорить эти слова, вы увидите, что в вашей жизни будут наступать самые лучшие моменты. К вам будут идти счастливые события, улучшаться благосостояние, а ваше здоровье улучшится. Надеемся, данное видео было для вас интересным и полезным. Желаем вам счастья и семейного благополучия. Дорогие друзья, если вам понравилось это видео, вы можете подписаться на наш канал и нажать на колокольчик. Также будем рады вашему лайку.